Друзья, дело все в том, что у нас для вас есть еще один небольшой сюрприз. Наверняка каждый из вас знаком с символом Йоргипу, правда? А кто у нас является символом Йоргипу? Подскажите. Отлично. Собака, давайте... собака кто-то крикнул. Ребят, вы с другого университета, значит, наверное. Получается так. Все равно сидите. Давайте все вместе сейчас поприветствуем символ нашего университета Савенка Улулу. Привет, дорогой. Он молод, любит учиться и всегда находится в центре студенческой жизни. Улула давно подумывал о своем блоге, ведь у Юрга ГПУ происходит столько всего интересного, что и не уследить, а Савенок всегда обо всем знает. Торжественно объявляем о том, что Улула запустил свой блог в социальной сети Инстаграм. Да? Савенок уже успел выложить несколько селфи в свой профиль, и это только начало. Впереди посты о самых интересных событиях Юрга ГПУ, фотографии и хорошее настроение. Боже мой! Наш Савенок живет более активной жизнью, чем половина населения земного шара. И чтобы подписаться на все новости, вы можете посмотреть на экран сейчас CSPU, нижнее подчеркивание Улула. Вы знаете, что делать. А прямо сейчас Улула предлагает всем вам, дорогие зрители, сделать совместное фото с максимальным количеством отметок. Условия предельно просты. Сейчас Савенок сфотографируется с вами. Вы ставите лайк на опубликованной фотографии, и Улула отметит каждого на ней. Давайте начнем с левого сектора. Еще разок. Улула готов. Нормально, терпи, жарко, знаю. А... хорошо. Так. Но у него хорошая термолюбинация. А, это не Улула, это Серега? А, ладно, вот. А мы его тоже видим. Итак, левый сектор, вы живы, все нормально? Давайте так, по команде моей 3-4 показываем большой палец, кричим «Улула!» Справитесь? Да! Поехали, Улула готов. А фотограф 3-4. Улула! Левый. Получается какая-то юма. Ладно, левый. Центральный сектор готов? Центральный сектор просто по моей команде 3-4 поднимает руки вверх, кричит «Педагогический!» Справитесь? Да! Только все, пожалуйста. 3-4. Давай еще хорошо. Разок, где с нами. Еще раз с нами. Покажешь маме фотографию, где ты ходишь. 3-4. Молодцы, хорошо. Товарищ сова, пожалуйста, сюда проходите. Осторожненько. Живот у вас что-то большой какой-то. Итак, а правый сектор, вы здесь? Эй, привет. Вы сердечко руками можете делать? Делайте сердечки все и кричите «Весна!» Справитесь? Давайте тогда уж весна студенческая. Ой, а весна студенческая подлиннее, справитесь. 3-4. Весна студенческая. Молодцы, всем аплодисменты. Савенок. По-моему, отлично получилось. Ну что, можем продолжать наш гала-концерт? Дим, ну поступай все-таки в магистратуру, а? Ну ты же видишь, как классно. Да, ради совы поступлю. Ну что ж, а яркую танцевальную премьеру дарит вам коллектив Института дополнительных творческих педагогических профессий «Версия». Руководитель Светлана Орлова. Эстрадный танец «Другая версия балета». Встречаем.